Весной в Тыве состоялись первые гастроли бурятского театра кукол «Ульгер». И вот с ответным визитом артисты тувинского театра кукол выступят у нас. Показы будут идти с 21 по 23 сентября в Улан-Удэ. В марте мы буквально в дни празднования Международного дня театра дали около 9 спектаклей в Кызыле, и тувинский зритель очень тепло и очень хорошо нас встречал. И мы надеемся, что тувинский театр кукол мы также встретим, и наши зрители все придут на спектакли. Зрители познакомятся с такими постановками, как «Вечно живущие». Это спектакль о жизни и творчестве советского художника Надежды Рушевой, которая за свою недолгую жизнь создала более 12 тысяч работ. В создании спектакля приняла участие художник театра кукол «Ульгер» Ольга Агимова. Добавим, что тувинский театр приедет и будет показывать нам спектакли на русском языке. Поэтому это будет доступно. Спектакль «Рики Тики Тави» представит индийскую фантазию по мотивам произведения Ридьярда Киплинга. Зрители ожидают зажигательные танцы, яркие краски и захватывающие сцены. И покажут бурятскому зрителю самый титулованный спектакль тувинского театра кукол «Белик». Он повествует о вкладе тувинского народа в победу советской армии над фашистской Германией. Руслан Хороших, Мария Латышева, Сергей Медведев. Новости дня.